Кулянский. Я, кажется, кстати, не сказал, короче, то серебряное достижение, которое я получил, это открыть 11 камней хранителей. При том, что вот эти три камня, я их как бы, ну, изначально открывал, насколько я понимаю. Как бы, как 99% игроков делают в начале игры, поэтому я не понимаю. Само собой, я грязный попрошайка. Да, ты грязный попрошайка, в этом проблема основная твоя. Айка, с какой стати тебе со мной? Вот-вот. Да черт. Это было. Да хуй знает. Ты разве не торопишься в Вайтран? И все? Повторюсь, да. Если до тебя сразу не дошло. Не выполнишь работу как следует, сильно пожалеешь. Окей, спасибо, держу в курсе, главное. Я перезапустил игру, надеюсь, теперь я смогу вот это говно сделать. Пожалуйста. А? Я не. Сука, блядь. Блядь. Ну, пизда, просто пизда, блядь. Ну, кайф. Игра рабочая, как бы. Ну, на самом деле, я играю сейчас в альф-версию. О, закрытый альфа-тест. Осторожней, что ли? Ебать, у тебя сиська спиральная. Я понял. Играю как бы в альфа-версию, при альфа. А, что там этой шкуре нужно было? Нет. Нет. Хера у меня тут заданий. Окей. Ебать, он орёт, кста. Где там ваша тюрячка? Я так понимаю, не здесь. Прыгнет уж. Да какого черта? Нет, я не понимаю. Серьезно? Ой, бан.
Знаешь, шутка, кстати. Я вообще записываю. Да по-любому, да. Чего смотришь? Тебе жить надоело? Если тебе известно это имя, то ты знаешь, что встреча с ним все равно, что встреча со смертью. Но, похоже, у нас обоих есть потребности. Мы могли бы помочь друг другу. Я обесчестил своих братьев тем, что попался, и они бросили меня здесь. Мне больше нет места в Аликре. Ты типа сраная яма? Но у меня нет никакого желания умирать в этом богами забытом месте. Если я выберусь из тюрьмы, то смогу начать новую жизнь. Помоги мне, и я скажу тебе все, что тебе хочется знать. 100 золотых обеспечат мне свободу. Тебе ведь ты это серьезно? По карману, так? А тебе не надеюсь, по карману? Что по карману, если тебе нужно что-то узнать от меня. Отдай деньги кому-нибудь из стражников, и я скажу тебе то, что ты хочешь узнать. Потому что я попался. Кимату всегда говорит, что мы должны быть лучшими из лучших. А я не был. Прощай. Говорят... Пожалуйста. И заодно уговори его не лезть больше в город. И что, вы просто... Ты выкупаешь мне свободу, а я скажу тебе то, что ты хочешь узнать. Хорошо. Кимату обитает на западе от Вайтрана. Там есть небольшая неприметная пещерка, называется Логово Плута. Ты ведь понимаешь, что если сунешься внутрь, то никогда не выйдешь оттуда. Тебя убьют. Но это твоя проблема, а не моя. Стражник, за меня заплатили штраф. Выпусти меня. А я мог ему просто наебать? Прости, что-то плохо слышу. Ты что-то вякнул? Я сказал, штраф уплачен. Теперь выпусти меня. Хорошо, хорошо. Ой, надо же. Где мои ключи? Придется поискать, а это не быстро. А ты сиди тихо. Когда-нибудь я их найду. Чтоб Руслан. Тебе провалиться. Ты часом не сможешь зачер... Что-то не так? Да нет, в принципе, то все в порядке. Что это за бомж-палатка? А, это дом чей-то. Ой. Ну, бывает. В кобыле... Нет, сомнительно. Где?
ты, что ли? Что, нельзя уже и выпить спокойно? Буду краток, потому что у нас много работы. Владелец медоварни Хонинга, Сабьорн, устраивает дегустацию для капитана стражи Вайтрана. А мы должны отравить мед. Нет-нет, в этом вся прелесть плана. Мы хотим, чтобы Сабьорн сам его нам отдал. На медоварне проблемы с грызунами. Весь город это знает. Крысиный яд и мед плохо сочетаются, понимаешь, о чем я? Ты просто окажешься рядом и поможешь бедному старому Сабьорну. Он даст тебе яд, чтобы потравить грызунов, а ты подбросишь немного яда в чан с суслом. Мы с Мавин долго это планировали. Нам нужен только кто-то вроде тебя, чтобы пройти туда и сделать дело. Теперь иди, пока Сабьорн не отрастил мозги и не нанял кого-то другого для черной работы. Два здания соединены тоннелями, которые вырыли грызуны. В них есть вход из кладовки в подвале. Там раньше все было забито досками. Доски я уже убрал, чтобы вредители пролезли на медоварню. Оттуда и начинай. Да Сабьорн ее вечно запирает. Но если сможешь пройти так, вперед. Я совершил ошибку. Одолжил денег у Сабьорна. Он разрешил мне отработать долг, но теперь гоняет меня в хвост и в гриву. Обращается со мной как с рабом. На мне тут вся самая грязная работа. Если план сработает, я не только избавлюсь от долга, но и приподнимусь в обществе. Мы с Мавин договорились. Если Сабьорн угодит в тюрягу, она получит его медоварню. И знаешь, кто будет управлять медоварней Черный Вереск в Вайтране? Правильно, я. Когда с Сабьорном будет покончено, Мавин приберет это заведение к рукам. Так что считай, что это еще одна черная работа. Я свое дело сделал, их сюда привел. А ты теперь их отсюда вычистишь. Молодец. С тобой рядом всегда веселее. У меня для всех найдется что-нибудь подходящее. Ты ебанулась, что там делаешь? Все, кто-то зовет мой товар мусором. Я, например. Для меня это сокровище. А мне посрать. Мусор. Заходи еще. Обязательно. Так, гоу. Мусор скинем. Я все еще здесь. Я к твоим услугам. Я понял. Когда пойдем? Тогда пойдем.
А если что, сон дает это, временные бонусы к получению, ну, к XP, так скажем. Именно поэтому я поспал. Обоссанный час. Блин, пойду эту дебильную херню с этим закончу. Здорово. Нужен неплох, но туповат. Не хочешь его заточить? Тебе понадобится кусок металла и точильный камень вон там. Славного денька. Железо или... Неплохо. Всегда ухаживай за оружием, и когда придет время, оно тебе отлично послужит. Хочешь еще мне помочь? Может, поучимся изготавливать броню? Начнем с выделки кожи на растяжке. Если и поверят, то они просто убьют ее. Какой же это розыгрыш? До встречи. Ах так, что ты тогда предлагаешь? Как насчет салок? Ты водишь. Блин, а чем они базарили? Жди, что ему надо, блядь? Так ты ловка. А, хорошо. Кожа много где используется. В лямках, креплениях, застежках и так далее. Посмотрим, сможешь ли ты изготовить сыромятный шлем. Вот остальное, что тебе понадобится. Мне впору нанять тебя в помощник. Да? Угу. О, осторожней, что ли? Если тебе... то у тебя талант. Продолжай оттачивать свое мастерство, и со временем станешь отменным кузнецом. Оставь кинжал и шлем себе. И поминай меня добрым словом, когда будешь ковать в небесной кузнице. Обязательно. Погляди. Ну что, у меня, кстати, есть вдруг лук получше для этой шкуры. До встречи. Я тебя прикрою. Я к твоим услугам. Тогда пойдем. Нужен новый клинок? Железо или сталь? Вот что тебе нужно. А все эти эльфийские финтифлюшки оставь эльфам. Финтифлюшки, блядь. Я не должен Папа тебе говорит, денег. Что я слишком Нет? приветлива с чуд... А? Хуй. На.
что ж, пойдем заниматься бизнесом. Здорово. На что ты пялишься? Не видишь, у меня тут проблемы. Ты что, издеваешься? Посмотри вокруг. Я должен подготовить дегустацию нового особого меда Хонинга для капитана стражи. Если он увидит медоварню в таком состоянии, для меня все будет кончено. Да ну, еще скажи, что сделаешь это просто по зову сердца. Надеюсь, ты не будешь требовать оплату авансом. Ну уж нет, я так не работаю, так что забудь. Ладно, ладно, не стоит принимать необдуманные решения. Вот половина. Остаток получишь, когда работа будет сделана. У меня одно требование. Этих паразитов нужно уничтожить раз и навсегда, пока моя репутация не погибла окончательно. Я купил яд. Хотел заставить этим заниматься моего ленивого помощника Малия, но он опять куда-то запропастился. Если ты его положишь в гнезда этих тварей, они уже не вернутся. Не возвращайся, пока все они не передохнут. Питчик. Малий — это лучшая сделка в моей жизни. Я как-то одолжил ему немного золота, хотя знал, что он не сможет расплатиться. Ничто так не снижает себестоимость, как бесплатная рабочая сила. И что ты тогда тут стоишь? Я сказал капитану стражи, что мы убираем медоварню перед дегустацией. И он может прибыть в любую минуту. Тебе что-то понятно? Нормально, кстати, убираете. Вот, ну, уборка божественная, я гляжу. Как бы профессионал уборки в деле, ДЦП на пределе. Так. Ну вот, теперь мне все это убирать. Так, а никуда вообще? Чё это сложно? Бан. Ой, что я делаю? Не ту кнопку жму. Богатые сапоги. Пусто, да не важно особенно. Пан. В смысле? Если что, я делаю это для того, чтобы прокачивать злом. Барабан? Ах, тебе барабан. Барабанчик? Так. Ну, здорово. Она еще и заразила меня. Кран.
Не знаю, насколько это нужная вещь. А где мое лицо, интересно? Красиво полетел. Я прямо за тобой. Как бы космическая программа Скайрима. Вот она. Полезная точка. Красиво. Еще бы это все говно собиралось нормально. Оно без VR-то неадекватное было. Тут вообще пизда. А, как я ненавижу эти грибы. Что это было? Важно. Страшно, вырубай. Убийственная штука. Стоп, а эта растяжка, она против крыс была? Звук. Стоп, а как мне действовать с этой-то хуйней? Ладно, не важно, пойду просто. Можешь свалить отсюда, пожалуйста? Тебе все еще что-то нужно от меня? Да. Давай посмотрим. А? Я тебя прикрою.
Тебе все еще что-то нужно от меня? Так, видимо, все-таки это тот сумасшедший поставил капкан против людей. Ну, тогда это имеет смысл. У меня горит. Кстати.
кухне, что ли? Я в кассе стою, тупая эта мразь. Сейчас надо сохраниться и в очко не долбиться. Ну и отлично, раз просто царапина. Неважно. Так, да не туда, сюда. Эх, 10 лет насмешек, 10 лет тюрьмы, 10 лет изгнания. Дети бросали в меня камни, а женщины плевали мне в лицо, когда людишки тащили меня в тюрьму в Эйтране. А, они назвали меня угрозой для их жалкого существования, говорили безумец, сумасшедший. Разве может быть безумец незаметно бежать из тюрьмы? Может ли сумасшедший устроить лабораторию прямо у них под носом? Может ли психопат создать могучую армию из обычных злокрысов? Когда я был учеником алхимика в Винтерхолде, мне было не лучше. Эти эгоистичные недотёпы не могли оценить мои способности. Где они сдавались, я одерживал победу за победой. Но разве они признали мой гений? Оценили мой великий вклад? Нет. Мои наставники били меня, говорили, что я безответственный. А архимаг выбросил меня на улицу, как обычного бродягу. Пока мои враги жиреют и слабеют, пока они не помнят про Хеймлина и его величие, я собираю свою армию. Я призову все силы, какие только у меня есть, чтобы отомстить им. Благодаря невольной помощи Сабьорна, мой легион с каждым днем набирает силу. Какая ирония! Те же ингредиенты, из которых они варят свое мерзкое пойло, теперь идут в пищу моим чадам. О, они поплатятся. Меня смешит то, что они не подозревают о грядущей каре. Я сравняю с землей Вайтраны, сожгу дотла Винтерхолд. И когда они познают ярость, которую я на них обрушу, когда мои чада будут грызть их плоть, с их костей, они придут умолять и валяться у моих ног, но им не будет пощады, ни передышки, ни сожаления. И я буду смеяться и танцевать, и радоваться над их узуродованными трупами. Время воздаяния пришло. 10 лет боли, 10 лет унижений, 10 лет смерти. Есть 3 вора. Здорово. А, так все-таки вот здесь медовар. Ну, окей. Ну!
Что? То есть это не считается воровством? А вот там считается. И сложно. Принял. Здорово. Хайль. А, ты какую-то хуйню смотришь. Я думал, ты мне зигу хотя бы кидаешь. Петуч. В смысле? А? Вот сейчас точно не понял. Тебе что-то непонятно? Запомни. А чё мне еще надо сделать? Пока. Зачем мне травить? Кто-то из них жив, тебе не заплатят. Не, погоди, я тогда с той стороны зайду, ты не против, надеюсь. Это гнездо крыс. Ладно. Так, только не ночь. Давай набухаем капитана все равно сейчас. Самое время. Ладно, квиксейв сделаю. Мне поебать, и моему тебе мне тоже. Непонятно? Ну, самое время. У меня уже сил не было капитану зубы заговаривать.
Тебе придется подождать, пока капитан не закончит. В смысле? Можешь тут посидеть пока, если хочешь. Бан. Так, Сабьорн, теперь, когда мы решили твою маленькую проблему с вредителями, что если я испробую твоего меда? Конечно, мой господин. Это мой лучший мед. Зовется особый мед Хонинга. Думаю, вкусовая палитра придется вам по нраву. Да брось ты, это мед, а не вино, чтобы его нюхать и смаковать. Во имя восьмерых? Что? Что это такое? Я не знаю. Что-то не так? Ты уверял меня, что тут все чисто. Я тебя в кандалах сгною. Нет, пожалуйста, не понимаю. Молчи, идиот. Сам виноват. Не стоило располагаться в таком загаженном месте. Умоляю, пожалуйста. Все совсем не так. Ты тут будешь за старшего, пока я совсем не разберусь. С удовольствием. А ты идешь со мной в драконий предел. Увидим, как тюремный воздух прочистит тебе память. Жду не дождусь, когда Сабьорн заскулит. Двигай. Послушайте, уверяю вас, это какое-то невероятное недоразумение. Сказал, двигай. Прощай, Сабьорн. Ты с орочим мечом ходишь? Неплохая охрана. Все прошло как нельзя лучше. Тебе еще что-то нужно, прежде чем ты вернешься в Рифтен? Тебе еще что-то нужно? Значит, Мавен хочет найти частного партнера Сабьорна, да? Тогда тебе прямая дорога в кабинет Сабьорна. Он держит большинство бумаг в столе. Вот, это тебе пригодится. Мне показалось, будет лучше опустить кое-какие детали в наших предыдущих разговорах. Не хотелось давать тебе повод отказаться от работы. Охуенно. К тому же Мавен счастлива, что мы избавились от него. А мне теперь не придется тратить деньги на убийцу. Начну превращать ее в медоварню «Черный вереск Запад». И чем скорее, тем лучше. Такой у Мавен план на это дело. Она меня назначила тут главным, чтобы мед шел без перебоев. Так этим я и займусь. Я не могу поверить, что все получилось. Так, погоди, где там наверх-то подъем? Бан. Полезно. Ой, сложно, невозможно. Осторожнее, что ли? Cool story. Так, ну мне самое интересное.
Бля, ага. Уважаемый Сабьорн, прилагаем к этому письму ящики. Ты найдешь последнюю часть платы. Как мы договаривались, теперь медоварня Хоинга должна начать полномасштабное производство. Да. Что же касается твоих опасений о вмешательстве мамы Черный Вереск, то уверяю тебя, я сделаю все возможное, чтобы держать ее и ее дружков на расстоянии. Это начало долгого и успешного будущего для нас обоих. Окей. Ну окей, гоу. Опять Рифтон. Наверное. Так, а что еще вот сюда смотаться? Ебучий медведь. Так как там с лошади слезть, я не помню. Да, я думал, это что-то полезное. Это как обычно. Так, ну как понимаю, это то место. Так, а не пора ли на перезаписи, кстати?